Урок, по идее, еще больше должен регениться. Почему? Ну, писали в чате, дается, что уроки больше намного, ну, этот регенит. Так, от ну, и плюс они используют. Скилла, видишь, скилла. Тут ну, я не знаю, там как работает, но они очень много восстанавливают. Не, написано, что со скилла, по идее, с автоатаки не бьет. Ну, тут смотря, под выбросом адреналина, если у него прокает, у него по 40 регает. Это что, хилы? Кто хилами идет? Чтоб я знал, сколько у нас хилов, не запутались мы. Пятеро, судя по... Гангрена тоже отошел, идет. Ну. Все, у нас три хила. Ну, тогда Дюша, спекайся в хил. Гангрена, же говорю, отошел. Ну, он третий, Дюша четвертый, в чем проблема? Он на вальках, если что, заканчивает. Войд плюсанул локал. А, да. А, Фуджимару в ДД остался, что точно. Ну, я могу хила спекать. Да не надо. Хватает. Му давать баф. Какое? На кого бог пошлет? Милость силу на 10% крита дает. Бля, ну, в топе ДПСера у нас Гавр, два варианта. Гавр или кот, все. Ну, вот кому будет приоритетнее? Монки. Гавру. А, ну да, Монки, кстати говоря. А у нас роки умеют сбрасывать триксы, чтоб на 15% уапать урон. А, думаю, умеют. Не научились. Но у нас... С рогами играет, что у тебя за вопросы такие? Да пусть наполивают. 4-4 у нас разве ДК, чтобы держать уверенно агро? Да. Можно отменить баф себя, который агро переводит. Ну что, 4-4, да, чтобы держать агро? Ну, вообще приоритетнее. Согласись, когда у тебя ДПСеры по 12, по 13 тысяч, без 4-4 потяжелее, млядь. А в чем разница 2-4 и 4-4 в количестве... Рунический удар. Рунический удар? Да, 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 да. Я боюсь, все, все. Я про рунический забываю, что он без КД. Вот и не выебывайся. Так, да. Просто без КД, он на 20% еще и больнее бьет. Понял, он как... Подуха, ёпта, сумонься. Понял, ты не прав, чё да ебанешь. Да. Я права покачать на танке. Да, да, да. Так, надо с кресты с нас со всех поснимать. А есть рыба? Да, конечно, когда Владуха смонется. Я ебать ее там наделал, Жека. Сейчас всю. Вы сейчас всю мою рыбу сожрете. А что за зимний фестиваль у нас на кактусе? Посидело дерево от этого. Бля, ебать, ты уже все пропустил. Мы перед королями это все попили. Если у тебя с этого инста все выбито, то ты можешь ролить на другой аспект. Но я так понимаю, что у тебя не все выбито. Ну, ты идешь в ШП, значит, ты ролишь на ШП. Если у тебя выбито здесь все, значит, ты ролишь на другого. У тебя, как минимум, здесь три не можешь сласта паралять. То, что я первым делом увидел. Тут еще другие, он перчи у тебя получше можно и так далее. Просто людям, которые фоловы, чтобы было смысл идти, они роляют на другой спек. В итоге сам быстро одеваются танки и плывут. Угу, блядь. Пиздёж, на танка, если ты вспомнишь, ничего не падало, блядь. Я сходил. Я к тому, что, блядь, танков тут мастер. Блядь, пизду, ладуху ждать, короче. Дела тоже. А ДДшников... Ставлю, да? Шаманы быстро одеваются. Вот заметь, сколько у нас шмоток падает с МП5 тупо на... Ну, нет, это... я конкретно про классовые. Я ебучий это. Щит. Гангрена как спиздил щит, я щитов не видел. Блин, чтоб ты понимал, когда тебя не было, мы на подавана щиты вырвали. Отсюда. Понял, ты. Скары вообще-то. А, ну скары на Аршама. У меня вообще щита нет. Мажьте грудак. Пейте фласочки. У меня вообще ни щита нет. Мне так стрёмно ходить с этим офлендом. А если я тебе масло дам, ты мне спинку поможешь? Валерка, ты бы знал, как нам стрёмно с таким шаманом. У меня есть масло свое. Второй в топе по хилу согласен. Это стремота. Блядь, да почему он пишет всем? Ну, стоит его покушать. Настои, он холи. Да. Рога, Дюша. Пейте настой. Вот, галку снять. Ебаная хуета. Все как обычно, давайте запускаем.
Не вставайте вы в центр, ждите, пока не приведут пост на танки. А где-то тут поставим тотемчики. Так, Гангрена, ты тут стоишь, да? Значит, я сюда пойдем. Ну, Холли, ты в танке, да? Ну да. Все, отлично. А Холли? Так, я на этого, на Анхоли вешаю какаху. Не надо на меня какахи вешать, свое дерьмо себе заберите. Надо, ты иначе развалиться можешь. Уже у вас нет, ты завтра в ВК идешь, да? Нет, завтра меня не будет. Завтра уже у нас магик, а не ВК. А, да, точно. Ну, а, да. Нет, я в воскресенье буду. 4-4, да, с тебя уже? Ну, сейчас посмотрю, блядь, как этот бонус второй будет нормально крит. Ну, ждем, милики, отошли. Холи, ты-то сразу идешь. Все, подошли, милики. Чуть-чуть двиньте вперед. Все, отлично. За дня выбегаем. Не тут. Паный огонь, блядь. Сноуболь сейчас полетит. Сноуболь до мелизоне заливаем. Забираем. Ты чё, в огне, блядь, сгорел просто маг. Блядь, какой радиус какой сам стал, блядь. Там Сноуболь стоит. Прист. Прист, не спи. Юша, дай маг. Сноуболь доиграем. Маг, не тупи. У нас дуэров тоже мало сейчас. Новый Сноуболь занесите под босс. На гангрене. Заливаем Сноуболь. Новый полетел на РДД на каком-то. Заводите, блядь. Толпочный приз снова. Вообще нормально не башню. Забиваем снова. Четвертый стак. На Анхоли только спали. Опять не можешь, чтобы подобрать. Да нет, просто тебе говорю. Мне сейчас эту жгучу выводить. Рубафайте точно мага. Если что, я в шутку не предъявил. Вред. 5, 4, 3, 2, 1. Сова, уйди, пожалуйста, вперед чуть-чуть туда. Однокнопочный скажу, нажмешь гейм. Айсбаунд можешь дать? Ну, айсбаунд, да, сейчас скажу. Нажми айсбаунд и гейм дать. Сейчас спрячется уже. Кто все размораживает? Тебе отлетели. Беги. Центре еще есть помочку. Спасибо. Ну что ж, надо всего лишь. Принимал бабл, жмакни, да, иди бей. Ангрена, отойди, пожалуйста. Скажу, когда нажмешь гин. Угу. Добивайте. Разбегите, сейчас брызги будут. Наберите рейндж друг между другом. Сейчас будут огненные брызги. Вот бегите вы все от хила, блядь, подошли. Кать, нажми гим. Нажала. Но я не могу, беги. Я не выбеги. Анхоли Френзи, разморозь квадрат. Все. Зачем размораживать его? Почему нет? Ну а нахуй нужен? Ебать, молодец. Этот, Энима, дай иннер по войду. Спасибо. Да, у тебя половина маны. Хоть иннер, блядь. Так, сейчас лужи будут. Стоим сбоку аккуратненько, милики. Никто не наступает лужу.
Надо в боссе прям стоять. А, будет, если что, я на следующем боссе, я стою справа от него, ты слева. Рвота пошла. Прохиливайся там. То есть я, где они выходят, я там стою, с той стороны. Можно это там ебать, у гангрена мало мана. Все, вот стоим все под щитами орды. Никто не тупит, все отбегают. Если кто-то сомневается, бетов убирайте. Сколько нет, там сычок. Ого! А кто это у нас такой тут сегодня? А чё в смысле? Кто кроме Кобы так умеет? Ну, только Каннибал, наверное. Да. Пойдём. Каннибал. Монки, тебя бежит. Понял. Не я пишет, ебать. Ну, остаётся что там хитровать? Ну, что за, блядь, с ёбаным этим волком? Селёдка, что ли? Дюша. Я видел, что волк объебалась. Волк пишет, что Дюша. А волк пишет, что Дюша. Локал! Бля, я не достаю. Ну. Под дыхание прожимаю, то... Ты понял, да? Возьба. Да. Далеко стоите вы, чуть ближе к боссу. На тебя, Майк, бежит, Майк-Нари. Я вижу. Ну вот он снова забежал. Ну Дюша, ну ты прям мечешься, не понимаешь, куда тебе деться. Ну ты издеваешься, что ли? Просто бежишь в любую сторону, не останавливаясь. Ну кто дерево у нас? Не я. А там я здесь... был, только ты в этой зоне был. Ну что, ты угораешь, что ли? Ну это прям сейчас очевидно было. Нажми и два. Впервые я не виновата. Катюха ненадолго не работает. Сука. Буквально до завтра. Не меня. Не вижу нас. Буквально до завтра. Лист, однокнопочно. Однокнопочно. Блять, ну вы чё, издеваетесь? Видишь, на карту. Зачем-то. Да, блять. Кать добежала прям в него, понимаешь? Я знаю. А нахуя вы так живете? Объясните мне, я не понимаю. Хуя такая предела, да хуя так живу. Мне уже жопа горит, мы каждый ебаный рейд и каждый раз одна и та же проблема. Почему вы не можете увидеть, где стоит босс? Вы мне объясните. Может я пойму и как-то по-другому буду объяснять? Глаза яйца. Глаза боятся, руки вайпают. А в чем проблема, скажи мне? Глаза боятся, руки вайпают. Аркрайт, отбежали все. Я так и не услышал, в чем проблема. Давайте ракеты все. Где ваша ракета? Расчехляйте. Понимаешь, что у ВК-25 так не получится. Первый я знаю. Сразу же ляжем после первого удара. Потому что у него сократится время до Геры, и мы просто не можем защититься от него. Он танка с ваншотит. В сторону постоянно. Я все это знаю, я это все видела. Нет, вы просто объясните, почему вы не видите. Я не понимаю. Просто по привычке побежала вправо и не посмотрела, куда он бежит. Мой косяк, ты знаю. Это я. Мочи шамана. Ты смотри, я отбежал. Что дается ускорение? В ВК-25 его не будет, понимаете? Там намного больше. Нихуя, он меня побежал, я был один. Трепаться, я не буду в ВК-25 ходить, и все. То все хотят ходить, но никто не хочет смотреть на босса. Поднимите, пожалуйста. Вот ты зайти может. Нихуя себе сюда ебать, нахуй. Че найдем тебя? Прямо возле входа. Монки, ты постоянно сотку на, блять, выкидываешь эти сферы. Не говори. В смысле? Она... Какие сотки? Да, что вы думаете? Он не паладин, Серега. Надо ханта создавать, короче. Ебать, всем трофеи нужны. Нет. Паладину нужен, это факт. Ханта паладина создавать надо. Роги не знаю, зачем надо. Потому что Т4 еще не выбил. Угадал? Седьмого раза. Пролить танки вам надо тебе, Анхоль?
Да, я бы взял, наверное. Так, а он же, у него же main spec, он ролит на ДД, нет? Чё? Да пусть, пусть забирают, типа. Ну да, там кует в основном, он ходит. Боешку поролить, все. О, парень, стекляем рольчики. Не, смотри, хуйня, ща. А! Ты заебался эту боешку продавать. Просто нужно было подождать. Чтобы кинуть этот ролл. Что бы Катя сролила, а? Да не, я все рассчитал. Но в спеке надо кому щит? Бля, можно мне такой хотя бы щит? Я такой надену. Блядь, как он охуенно с моим цветом смотрится, но я не важно. А трансмог можно, нет? И не паладин. Там на успеке люди ролят. То есть они носить будут. Че, я в ДД? Учись-ка, смотрю, ролит на успех, да? Да нет, давай. Я просто, просто for fun. Это в танке. Да, может ДД спекаться. Да в танке пусть будет. Чё. Да зачем он тут нужен? Телок половит. Ну так. Что смеяться? Хоть где-то половит телок. Да. Кать, ты там ману отпей. Ой. Я смотрю, кто-то просто вообще стаки себе заработал к вайпу. Хожу во сне, позбиваешь, позабираешь стаки. Там маг воруй, но мы все здесь спалить будем. Хожу во сне, все здесь спалить. Много не успеешь наворовать. Так ты не воруешь. Если хочешь помогать и спалить, ты же их не воруешь. ДПС потеряешь, как бы. Вот я буду помогать Элиму, этого хватит. Жень. Я позбиваю косты. Типа я потанчу, я позбиваю косты, хорошо? Ну ок, куда дискуссия? Говорил. Ну смотри. У меня 11% меткости. А, 12. 12. Потом дальше, давайте, там что, давай, говори дальше. Пиструн там 12,5, что дальше? Да, что еще? Что еще 12? Пальчик. АРП 100%, да? Да, в танке. В жизни. У него ракета трогает от СПД, а не от АП, ёпта. Неплохо, неплохо. Так, Ангрена, ты тут достаешь, я тогда вот сюда встану за танка. 5 секунд до начала боя. Блин, он не оглушился. А позвучивать испепление и прочее? Да нет, все вижу. Челки вышли. Рогу прохилить. Гонщик, ганнибал на тебя, гонь. Отводи. Осторожно. Отводи немножко, чтобы не было поздно увел. Похиливать. Стаки. Ага, молодцы. Прохилить однокнопочно. С огонь аниме на тебя. Рахель, ты локла. Скоро инферналы будут. Мы будем геру дать под инферналы. Поехали инферналы заливать приоритеты. Где они? Вон они. Пушиська. Валер, на тебе. Огонь. Инферналы добиваем, под боссом еще есть. Ганнибала прохилить. Все, а, он еще один живой финал, давайте. Как по пидорски разбил. Дюшу прохилить. Таки. Он кинуть огонь. Блять, где ты монки?
сочевка прохилить маг. Да. С огонь полетит уже. Джипси на тебе огонь. Может точку нажать на месте быстрее. Дюшу прохилить. Фернал вообще одних нужно будет лететь. По гимнам будем говорить. Сначала Катя прошимаю. Потом Джипси. Гимн на ХП, да? Да. Гангрен на тебе огонь. Готовимся Гавра прохилить. Таки. Таки заберите и готовьтесь к фарналу. Поехали. Подъем спокойно. Кать, нажми гим. Угу. Нажала. Хитровая на тебя огонь. Джипси, нажми гим. Добивайте босс. Огонь там что ли разлили? Милики получают урон. Уже добили босс. Я думаю, можно было не свечиться в Галенов. Роллин сфера. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Вот сейчас. Бля, не подгадал. Мейт. Да, пиздец. Трофей роль. Ваша смерть будет быстро. Бля, я был близок. Ты наконец-то трофей забрал. Да, я тэшки, по крайней мере, не рожал. Коля поторопился, ты с танка, не факт, что... А, ну хотя, 25-ка. Кожаные наручи нужны, Дюша? Ты, по-моему, один их ролишь. Но в спек порольте. Кому нужны наручи с духом. Холи, тебе нужны ботинки? Да, наверное. Сейчас посмотрю, что у меня. Мастер. Да, давай. Саня нахуй все собирает. Саня танкует в АК-10. Пылесос, блядь. Ну, он так-то подтанковывает. Ролик. Я так-то на подтанковании, если что. На подсосе, блядь. На подсосе, блядь, это вот. Ты себе, короче, уже камень заказал в могилу. Пойдет. Да ладно. Будет чисто на надгробе надпись, да, на подсосе, блядь. Да, в следующий раз просто на стаках умрет и все. Ой, да я вытанчил 10 стаков. Отойди что-то. Оттуда, подаван, сейчас сагришь, по-моему. А, смотрим. Ну да. У нас меткость бафает кто-нибудь? По расам. Сова вроде была, нет? Я бы вроде 1% даю. Я бы в Бладе... Раньше же было, нет? Сейчас. У Андеда есть, только я не помню. Это не сова? Меткость не дает? Сова дает. Она дает меткость всем или... А цели, которые бьет. А, понял. Так. Что там? Срога, вар... ДК. Ну, ты в танке анхоли или нет? Да. Ну тогда под аван забираешь рогу, а ДКшника забираешь анхоли. Шокула. Аркрайт по контролю Шокула, хорошо. У нас, кстати, Аркрайт меткой дает, он же сова вроде. А можно вопрос, у нас есть холипал? Да. Гангрена знака. Святой Гангрена, он умеет хилить тебя, не бойся. Гангрена, да, на танк. Заливаем с чего ханта. Где он? Там чернокнижник. Там мага. По контролям. Локал пофиряешь, друида. Валера, посиди на шамане, позбивай косты и жабку. Кидай. Войд, твой пал, тоже жабкой косты сбиваешь. Фуджимару
Твой жрец. Жабка косты. Что у нас осталось? А, сычевка. Тебе нужно будет в мага кидать полиморф. Ну, овечку, хорошо? Да, окей. Отлично. И что у нас? И у нас чернокнижник еще. Кем ты поферяешь чернокнижника? Будет отлично, если в каст будешь фер кидать. У меня жена немножко отвлекла. А что мне еще раз кого? Ты шамана. Кидаешь жаб. Понял. Кидаешь косты. Вот. Так, по... Ладно. Старайся, Катя, пуржить цели стаки хила. Твоя задача будет. По притяжкам. Сначала я притягиваю. Потом жбух. А, у нас там двое. Ну и пока, да, отходим, притягиваем. Все, танки заходите. Хил тоже к ним. Ну все, все готово, да? Хожу, кстати. Можешь покидать чернокнижнику, когда он не в фере жабку. Можешь дать опции. Каких 200, блядь? Кто там? Все, все готовы. Даю отсчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Не бегите. Куда вы побежал, маг? Маг, ты что делаешь? У меня с промаха улетел, притягиваешь. Работало там, по-моему. Подходим туда, где череп дамажим. Я не притяну уже. Маг, ты контроль, когда они подойдут. Сам туда не беги. Не забывайте милика, кому я говорил, Аркрайт. Это очень важно. Массовыми не бейте. Бейте точно. Масс фир, скидывайте присты, забегайте в кучу, не стесняйтесь. Геру дадут? А, у нас КД Гера, все понял. Масс фиры еще. Локи присты скидывайте, не забывайте. На защиту скидывайте все свои обилки. Сейчас я оттяну его подальше. Дюша, дай сычевке БР. Сычевка встанешь, сразу за контроль свою цель. Прохиливается. Угу. Добиваем, давайте. Аркрайта. Что у нас есть? Что? Энима, дай БР Аркрайту. Блять, серьезно, нахуй? От чего я могу? Игры есть? Аркрайт, сразу контроль свою цель. Добивайте скорее. Добиваем, потом в крест. Я жбух притянешь крест. Ладно, сейчас. Ладно, забейте, давайте в ромб. Забейте, забейте, давайте в ромб. Далеко крест. ПБРом у нас все кончилось. Вроде да. Ну все, бегаем, фердеем. Контроль не забываем. Энима по контролю. Кто там? Шокула. По контролю Шокула. Это кнопочно в тебя играет. Ну беги, чё стоишь? Ну что, живучий прист, на тебя надежда диспелить. На присте невозможно умереть. Я диспелил. А я не успела от кошки убежать. У меня плюс маг играл. Тучку нажимаешь, всё. А у меня тучка уже в КД была, потому что за мной они все убежали. Потом расскажете все. Угу. Сбиваем маг. Косты сбивайте всем целью. Бывает, очень много отхила. Бля, промахиваюсь всеми костями. Маг протонулся, жбух оттяни, его все есть. Душ вообще там сваншотил быстро. Очень долго сносим. Потом сейчас я убью его следующего героя. Потом в крест. Где он, блять? Вон. Следующий кто? Крест? Да. Если вашу цель убили, которую вы контролируете, контролируйте другую. Все
у вас что-то не в поля скидывает. Джипси в тебя бегает, нравится. Хорошо побегает. Если у вас играют, не нужно стоять, пытаться дамажить. Вы просто бегаете. Ну, Коля выхилился сам, тут за гангреной бегает пачка мобов. Добиваем, потом Вантара сыграем. Вантара, поехали. Кто контролит Вантара, на любого другого можете сесть. Так, а вы у меня череп? Да. Блять, не думаю, вар. Войд, беги. Поконтролят этого? Ну, все, законтролируем. Да. Здесь парили. Сменил. Убиваем Антара и вот там в друида. Поехали. Джипси, беги, у тебя играет активно. Можешь локал другого кого-то поконтролить. Так, Анхолис потом справишься, Гангрена, по хилу? Или помочь? Можешь там убить, если у вас ротация есть. Кокула может кто-нибудь поконтролить? Контролю, контролю. О, Шокл, Самул напиздел. Жабу домаш, если ты. Все, он в эфире бегает, все хорошо. Я после эфира жабу дам ему. А мы его сейчас. А, все, понял. Тогда вела не дам жабу. Че, шаманы, в Винфурии поехали? Дисполь тогда сунул. Все равно очень плохо проходим. Ну хотя бы. Люди просто умирают иногда. Ну иногда просто ваншот. Кого вам привести туда? Еще пока рано. Никого. Ну а так, рога. Хотите? Давай любого рога. Ну, притащишь. Ну я скажу когда. Да, рано пока. Сейчас диспелишь, крест оставшись. Живой же еще, да? Диспель? Массовый диспель, ага, отлично. Все, можешь точить кругу сюда. На Локла бежит, Рок. Под шквалом. Рога, поехали. Блять, он жаба еще и в страхе, блядь. Че под молотом, блядь. Еще и так ему дадим. Кент, отойди от него. Он в тебя пытается играть. А, ну понятно, хуй. Миличники таунтится, чем он Лока будет бить.
следующего вара приведу. Давай. Еще рано пока чуть-чуть. Да я знаю, я смотрю за хп. Бля, он будет, он может тащить. Давай. Жги. Тащим. А я-то что тебе сделал? Конкретно тебе это там поставить? Холли, мы к тебе. Жди, у нас тут дуэль. 2 ДК против 1. Хуя себе дуэль. Знаешь, что значит дуэль? Значит, нормально. Да, дуэль, это пойди 1-1. Со мной давай дуэль. У него хп в очень раз много больше, чем у нас. Ты пытался посчитать, но математика сильнее? Да. Кем это? Он не зубатал. Я не на улице, если тип больше тебя, бери арматуру. Бля, я ж хотел кофе попить. Давайте попил. Какой кофе во время рейда? Да я ж нахер. Это надо, чем? Она за тебя попьет. Аргумент. Я там кофе хотел попить за меня. Да. Танк? Бля, просто. Танк опять. Пиздец. Ой, спроси сферу. Женя. Да, давай в танк. Я за этим поясом бегал, блядь, и хуй он хотя бы раз упал. Он не такой хорош. 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 Он достаточно хорош. Блин. Нихуя себе, как ты что, две тэшки поменяешь? Тканевые боты пороть. Я вот в этом, допустим, бегаю. Вот и бегает отличный пояс. Да. Ну этот явно лучше. То, что здесь. Там нужен вам пояс? Да? Явно лучше по статам, но видишь, типа, я собрал меткость себе. А ты ее хуй соберешь. Смотри, у тебя здесь красный сакет, ты можешь его вбить и еще и поставить пряжку. Вот тебе меткость. Ну, не вся, конечно. Ниже, я... не... и, смотри, хорошо, я воткну сакет на меткость, да? И сакет на стамину. А не проще мне, типа, блять, вот эти вот пояс взять и все? Не, да, некоторые шмотки есть такие, что нет смысла менять из-за гира, потому что... Джимару ТТМ убери, пожалуйста. А там будет то же самое. Ну вот этот пояс явно лучше того, что у это подавано. Если я тапки типа возьму, у меня будет другой пояс. Я сферу ловлю? Или что? Или ты танчу? На бой? А, на бой? Танчишь. Монки половят сферу. Ничего себе. Точно, на жизнь монки. Это, Женя, с голосом поиграю, чтобы, если что, Ганнибалу и хитроваю крикнуть, когда Сальву на меня кидать. Хорошо. Да я не против, когда вот такие вещи говорят. Ну я просто попросил прописать, чтобы мне накидали, чтобы я не писал в чате, а так голосом крикнул быстро. Да тут 2 ДК, вряд ли идут с второй. Ну одного ДК нету, четвертого. Монки, а когда ты будешь ходить 25-ку, кстати? Не-не-не, забудь. А чё? Не-не-не, блядь, вообще, у меня там башка трубится. Так, танки взяли разные, взяли. Играем в темную. При смене цвета буду говорить. Вставайте в метку в красную. Все вставайте. Подожди, не агри. Не агри. Да я а не агри. Можно бафы паладинов, пожалуйста? Ни одного нет. Ни на мне, ни на Дюше, ни на другом присте. Вы не достали. Отделили.
покидайте. Он каску просит. Другой. По локам тоже каску дайте. Кто раскидывал каски? Шаману МП5 можно. Спасибо. Спасибо. Что раскидать? Еда же стоит, что? Я не понимаю, не кушать. Настой выпила, Жень. Молодец. Блядь, не спугивай. Ой, не-не-не, так, это я нечаянно. Нечаянно? Хорошо. Не ту дырку. А что у нас Владюхов дал ранее? А он с самого начала там. А, понял. Да, решил хуй забить. Ладно. А мы за 6 минут убьем? Да, поехали. Отлично. 5, 4, 3, 2, 1. Стойте более кучно, чтобы сферы лишние не летели. Не домашние никто, кроме напулов. Скажу, когда можно. Ну, подводите. Аркрайт, ты что, не слышишь? Сычевка, вы не слышите? Вал, я просто стоял. Ну, тогда танк тупит. Поехали, домашние. Куда танки тупят? Чё танки тупят? Ну как у вас на ДДшниках улетело, кто даже дамаг не местный? Не знаю. Я не знаю. Проблема. Душа, дай БР сычевки, пожалуйста. Сычевка, сферу возьми. И сбегай. Да. Аккуратненько. Ничего не меняем, дамажем. Танк собьет. Меня подсейвите, пожалуйста. Хорошо, собьем. А найс, найс сбивают. Почему вы сбиваете каст? Я сказал танку сбивать, нахуя вы трогаете? Понимаете, босс пока кастует, он не бьет. Урон от него не летит. Поэтому нужно сбивать каст в самом конце. Ай, блядь. Опять сломались, опять хилить не надо. Вонючая игра. А, сорян, не поймал. Да. Одну-две хотя бы интересным разбавят. Может, тут уже не ДПС, а уже выбор выйдет. Взяли светлую. А, у нас так светлая. Подсейвите, подсейвите. Да, подсейвите. Кто-то с темной. Или вообще без сферы. Аркрай, дай бы Артюшу. Дайте Геру. Душа, возьми сферу сразу. Прохилить. Взяли темное все. Взяли. Дамажим в белое. Чёвка, ну возьми ты, блядь, чёрную. Нажми айсбаунд и побежали. Ну, куда, босс проведи. Всё, встали все, плотненько. Убиваем, ещё разочек спецспособность будет. Там сейчас способность будет. Ну, все ломаем. Танк собьет, никто не ломайте. Сбивай. Все, добиваем здесь. А опять его ей перестала работать. Мы сегодня пришли одеть Анхоли. Да шея, но говнясто. Профессия,
Очень говнястая шея. Ну да. В хэнд с духом порвать. Блять, может не пароли. Да, шея как. Дешево пароли вижу. Вот делал с этого эбисовое. Корольте сферу. О, нет, нет. Ой, добрый. Не, нихуя. Хуйня. Локал. 6-8, нормально. Ну. Че, нужна тебе эта шея? Нахуй. Не. Корольте на успехе. Те же самые, меткость проигрывает. Но в спеке порольте надо, кому шею. Это кусок говна. Ага. Ничего. А, у нас получается три шамана в одну и ту же секунду дали Геру. Ничего страшного. Типичные шаманы. Нет, хожу во сне чуть-чуть позже дал. На одну секундочку. Не, на полсекунды. Потому что мне, наверное, походу макрос. Ну так, порольте с меткостью. Нажимается, потом Гера, наверное. Что, я не влияет. Женька. Да, ты в ДД. Ну, вон гацаркач с пиццевым телом. ГЦ, говорю, с бистовым телом. А что, это бист, что ли? Да, блядь. Не считая, не считая деяния Мерлина, да. Да, ну меткость дает, по меткости. Блядь, я бы деяния Мерлина хотел бы тупо из-за названия даже. Прям. Деяния Мерлина просто дает не меткость, а крит. Да, ну, да, меткость просто не сразу вообще. И три сакета у Мерлина, насколько я помню. Да-да-да. Нет, он... Там да, три сагета. Здесь он хорош тем, что меткость дает. Просто, чтоб это там, если у них не докап, то да. У меня перекап. Вот там у сути. Тебе не нужна эта спина, по сути. Да. Да, блин, рудак. Тогда зря ролило. Да, потому что это будет заменять надо. Ой, не, что? Не, она лучше, чем у нее сейчас с духом. Ну чё? Сейчас на третьей фазе на Анубе мы попытаемся посоперничать. Что разве? Сейчас мы еще до нее не дойдем. Ну это пиздец будет. 11600 нормально, до полнуля мы нахуярил. Чё, он холи в танке? Нет. Ты потеешь. Да ладно. Ты уже это... Чё? С тобой легче. Сера, а что ты говоришь, смотрится без фондов? Смотри, на андете она пизже смотрится, чем на бладе. Вот ты, блядь, горбатый. Ты тут рога бьешь по двум же целям. Охуй, она больше размером. Ну, только под шквал бьет по двоим. Ну, там ебать урона сколько. ШП как бьет. 60 тычек, знаешь ли, немного. А ШП ну, как двоим бьет, ты мне скажи. Доты развешивает. Да вот мне делать нехуй развешивать доты. Хотя они ну, и дамажат. Да. Мне даже нет смысла их вешать, потому что они меньше продамажат. Ну да. Ну 60 тычек, да, вот грубо говоря, у него автоатака 368, тут 60 тычек, не знаю. У него АУЕха 150 косарей нанесло, как ты говоришь. Да, ну, 60 тысяч. Кушаем рыбу, помирал. 16 минут фласки еще, вполне себе успеваем. Я вообще не понимаю смысла, вы говорите о дамаге дот и прямого урона, это то же самое, что сравнить пиковый урон ПДК и АУЕ. Не-не-не, ты можешь увеличить, ну, некоторые классы же могут нарастить свой ДПС путем развешивания. Ну, могут, но, блядь, это все равно, типа, когда ты, допустим, вот, явный пример лучше, чем ПДК, РПАЛ и АДК. То есть РПАЛ сразу... Так, ну что, как обычно, выходит первая пачка... Поле все завязано. Сейчас быстренько убьем, там поговорим. Вот первая пачка, ее кто у нас там контролит будет? Катя, ты контролишь, просто тебе перекат меткости. Вот, и дальнего моба, который будет идти дальний, закидываешь. Окей. Подаван ближнего ЛПХ притягивает целевая моба, он панхоли ему притягивает, ну или я притяну, неважно. Убиваем. Босса никуда уводить не будем, прям тут взрываться будем. Больше урона будет. Вот.
Да, Starfall не кидай вообще. Это у нас был в прошлый раз чел, который... Но я же у стенки юзаю, не нужно ни деньги. Раз есть такой чел. Вот. Так, тотем, Валера, поставь резист от природы, остальные можете не ставить. Понял. Там от льда паладины поставьте. По бопам паладины только себе бопы кидаете, остальным не надо. Не надо там что-то там геройствовать, красиво все делать, заходите в лужу, взрываетесь, ничего сложного. В принципе, все. На ласт фазе, если будут мобы лишние, я скажу, да, я думаю, зальем их, не будем контролировать, пизда. В принципе, все. Смотрите, баф. Монки без этого, ну ладно, монки. Два топ ДПСера. Так, даем. Бьют на стоя. А нахуя? Не нахуя, а чтобы... Монки, атмосфера, все как обычно. Первые мобы пошли. Катя. Я кнопку потеряла. Прожмись, сыграли в череп. Прожмись там. Извиняюсь. Держите на фулах. Максимально быстро убиваем, второго тоже максимально быстро. Аниме не отрывай. Играем в мобов тоже. Потому что танк свечится, я понимаю, что может там набить. Вторые мобы. Да не надо, не надо, не надо. Второго витянуть. Веду, 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 веду. Ой, босс нечаянно, сорян. Убираем моб. 300 ка, блять. Убиваем моба и побежали к воде. Монки сбить на сферу. Вообще отлично убивать. Прям чувствуется, насколько меньше у них хп стало. Бьем с корабля без фанатизма. Валера, на тебе. На Валера бежит. А, да. Нихуя. Монки на тебе. Завожу просто, да? Да. Беги, малышка, беги. Сначала убежали. Ганнибал на тебе. Можешь на себя боб дать. Скоробеев сливаем активнее, чтобы вообще не было. У воды стоим, ждем. А, ну мне нормально. А, джипси на тебе. Можешь там тучку, если что, нажать, если ты шаришь. Если нет, лучше забеги просто. Ага, вылез. О, поехали. Как раз там рядышком. Катя, смотри, сейчас могу вылез с коробеев. Что ты повел? Ладно. А я ближе сюда был, а он шел сюда как раз. Хорошо. Вышли мобы. Добейте скоробе. Один шаг лежит. Да, я вижу. Мобы. Сыграли мобы. Я второго приведу. Тащи. Веду. Веду, веду. Сыграли во второго мобы. Оба. Ай. Так вы стоите, все хорошо. Прям хорошо. Бьем, да, небо с одной стороны вышли. Здорово, тащите. Тащу, забирайте, на гангрене висит. Коля хорош. Сыграли быстрее, убивайте, убивайте моба. Очень быстро убиваем. Самилики, отбегайте. К воде побежали. Сейчас поменяется. Джимара на тебе. Нихуя, вырезался еще раз. Сычевка на тебе. Ничего, никаких глыб, ничего не тыкай, просто забегай в лужу.
За нее, за нее, за лужу вставай, да. За. За лужу. Кто может тебя убить, ничего. Гангрена на тебе, можете бопнуть, что? Отбежали к воде остальные. Холи на тебя. Должен сейчас вылезти, но все-таки лучше запрячься. Пойди здесь и вылезет, вот. Ну да, можно было бы выйти. Ну ладно, сидеть, скоробей, опять смотри, еще мобы выйдут. Угу. Тот, который здесь справа выйдет. Справа заберите, да. Все, мобов убиваем, все. Собрали мобов. А кто по нему ударил? Гангрена, правосудием, видимо. Либо, может быть, не показалось. Все. Агро, 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 агро. Бэр. А, блять, кто у нас? Аркрайт, дай бэр, пожалуйста. Локал, а ты рот можешь открыть хотя бы раз? Сказать то, что срываешь. Он сам мог не заметить. Ты успеем перевести или нет? Каску хотя бы, да? Нет, даже не увидел, что так. Идут. Вообще реально 6%. А зачем? Комфортно переведем. Давайте, мог. Потом с Герой убьем спокойно. Сейчас с мобами переводить, ебаться. У нас сфера еще летает. Тащу второго. Подвожу под босса. Давай. Второй под боссом, под боссом. А, ну бейте босса, что вдруг успеем. Ну, мы так-то успевали. Ну да, если бы чуть-чуть сыграли посередине. Да ладно, ничего страшного. Увереннее с Герой перейдем. Уходите из-под босса. Есть что-нибудь подальше с Ферогейской? Анхоли, блядь! Анхоли, блядь. Ну что угодно, бей. Убегайте на... Ага. Бля, хуёво. Бля, аниме, Анхоли, пожалуйста. На луже тупо забегать, что сломайте все сферы, которые есть, которые вы видите, и на луже. Аркрайт, куда ты? Ну. Пробафайте тех, кто умирал. Лоха и Анхоли. Стойте на сферу. Открывай. Нихуя, снова сломает Кент. Сейчас переведем даже без первых мобов, может быть. Быстро у него сыграем. Ну, скоробеев нужно будет убить, пока переведем. Вот. Босс, ударили быстренько? В 1%. Давайте, давайте, давайте. Ударили босс. Все, убили скоробеев. А, прожми Icebound. Подавай. Геру давайте. Да, да, да. Да, 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 Геру, Геру, Геру. Давай его. Вы его снесете, что-то. Ровно гангрена держи, метки, а все остальное. Как прохилят. Бать, вы что там, охуели хили так сильно? Вот тут на хпс накручивать. Бля, пацаны, поднажали, босс почему-то дамажится. Да. Ну, заливаю. Да, ну нерв прям хороший, чувствуется. Во всех этих режимах. Да, во всех режимах. Неужели в воскресенье вытащили мечта может быть? Да не, не. Да. Не, я не думал. Как у нас человек умер? Я что-то даже не понял. Никто не умер. Вылетел? А, вылетел, все, вот у меня это. Нет, мой щит ебаный! Чики его бывший, ебать. Опять маун, блять. Трофей пороть. Дайте мне тапки, заебали. Один, блять. Пошел ты. Вот накати мне эти завтра не падают. Пошел ты. Ой, еще и маун. Ой, аниме сролил. Однокнопочно отдашь аниме? Я уже думал, тебя не первый раз. Хорошо? Аниме, аниме. Друида. Сферу пароль.
Бенни, вот и заебал. Опа. Блин. Короче, хуйта. Понятно. Как-нибудь надо будет собрать. Пароль кожаный зап.